Во Владивостоке идет капитальный ремонт лицея номер 3, известный как «Буревестник». Как отметил ранее глава города Константин Шестаков, ремонт этого учреждения стоял в списке приоритетных задач, так как Садгород остро нуждается в школах, а лицей как раз находится на территории, которая активно застраивается. Средства на капремонт удалось получить благодаря специальному казначейскому кредиту, который был выделен Владивостоку правительством Приморского края на реализацию крупных проектов мастер-плана развития города. Сейчас на объекте строители заканчивают демонтаж и приступают к отделочным черновым работам. Начнем грунтовать стены, штукатурить, шпаклевать. И также заходят у нас параллельно бригада электриков и сантехников. Завершить ремонт этого корпуса строители должны до 15 апреля. Также в планах на текущий год ремонт столовой и актового зала, пришкольного стадиона, закупка и установка необходимого оборудования и мебели. Срок сдачи обновленного лицея этим летом. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.